Как же проходит голосование? Окей. Эй, йо, всем, с вами Лилиц. Еще не решил поиграть в бета-ваш на севере, на Ирксвейс. В прошлом видео более 50% людей проголосовало за то, чтобы я снимал полное видео. То есть не нарезки. И вот что получилось. Ах да, нарезки все еще будут оставаться основным контентом на моем канале. А, перед началом этого видео хочу порекомендовать канал Лео Типа. Он хорошо играет в бета-ваш и снимает его. Так что стоит заглянуть. Ссылка в описании. There is not better. Так, катка начинается на карте Void. Или бездна. Да. Так что будет, надеюсь, интересно, но я не знаю, как я снимать такие типа длинные катки. Это типа. Ну ладно, все, он упал. Я не знаю, как снимать такие длинные катки. Ну, нет, как не то, я снимал когда-то, но потом что-то бра. Иногда буду такие катки совмещать, конечно, но это очень редко будет, да. В общем, когда строится, когда строюсь, говорить нереально почти. В общем, блин, еще в общем договорю много. Просто я на этого еще две катки слил. Из-за этого, наверное, путаю сильно. А, синий на нас хотят, да? Окей, тогда я пущу синих. Я хотел рассказать вам о ресурс-паке, который мне сделал подписчик, да, и Гига Анимес, ну, который, он, возможно, и не мне, но просто ресурс-пак сделал, еще назвал, что там, бай, ну, для Лидиза, типа. Из-за этого, возможно, у меня предположение. Ой, ну. Окей, у меня минус кровать. Ах, да, еще у меня не Кевия, но скин мой остался, это странно. Пожалуйста, не трогайте меня. Блин, страшно, я хочу даже ниндзя бриджингом строиться. Учитывая, что я его не очень-то и люблю. Так, что я хотел купить-то? Я хотел купить... Блин, не такой меч, ну пофиг. Блин, нагрудник. Не купить. Паутину. Лестницы. На 9 злот. И на остальное все блок. Ладно, надо покупать. В принципе, если так посмотреть, то даже более-менее хорошо, блин, да, более-менее. Так, нужна еда и нужен меч такой. Это 3 сильбер, сильбер. Вот какой-то из них 3 сильбер. Стринг. Нафиг, йолофлик. Ну все, хрен скинешь теперь меня. А, не оста... Она в бедность прыгнула, окей. Ну, хелповать моему противнику. То есть, противники моих противников это... Ой, противники моих противников это мои союзники, да. Вот. Так что нужно хелповать это своему... Найс! Найс, синий! Просто красавчик, просто красава. Вот то так нужно играть, не как я. Ой, здрасте, Йола Фризер. Так вы же знаете, что вам это ничем не поможет. Ага. Ага. Давай, спрыгивай ко мне. У меня, короче, был минус интернет. Давай. Ну и что ты сделаешь мне? Ать! Теперь хрен меня скинешь. Так, что я делаю? Ты фигней страдаю, сейчас нужно быстро запушить эту девочку, да. Ну, не девочка, но знаю, Йола Фрис, ник какой-то странный, непонятный, русский, не русский, девушки, непонятно. Что ты делаешь? Какую кровать ты... Не знаю, какую кровать она хотела сломать, но... Что-то хотела, в общем, да что, ну... Гляньте, какой я профессионал. Ой-ой-ой, чувствую себя, нужно тащить с таким скином. Блин, нет, нельзя тащить этот черный полоски. Нет! Так, окей. Блин. Карта Платзанг. Топовая карта вообще так. Чуть профессионалов на карте будет много.
Не знаю, зачем это сделал, но ладно. Ну, в принципе, блока все равно не было, так что нормально, нормально. That's okay, okay. Так тут на... А, блин, фух. Какой-то топот слушал, оказывается, это ты топаешь. Ну, ладно. Фух, блин, чё я каждый раз падаю? Ну, как падаю, почти падаю. О, магад, эти дороги. Рэнд. Мне кажется, лучше не надо так строить, потому что так мы потом этими мостами не сможем пользоваться вообще. Блин, чё он делает? Блин, я не дотянулся. У меня, я хотел с баттерфлай кликал, у меня рука неправильно стояла. Я не мог правильно поставить руку. Не зови меня, почему я выбросил? Опять блоков не купил. Ой, найс. Как я блоков не покупаю вообще? Они только к нам бегут, да? Ай, Бимс, вот ты. Вот, просто... А, это не ты. Или ты? Да какого фига? Опять на том же месте. Блин, я не понимаю. What the fuck? Так тебе и надо, Петя. Так. Этот скин неправильный. С ним тащить несложно. Он с темными полосками. Это все из-за черных полосок. Так. Так, опять этот... Блин, тут просто у нас мост нифига неудобный, строится сложно. Почему вы по диагонали решили на нас пойти, блин? Вы думали хоть? Окей. Он сам с бизнес прыгнул, логика. 2000 IQ. Нет, такой 2200. 2000 это что-то не должно быть. Минус зеленые. Вот это было жестко, как момент шраудов. А, блин, это же не другое видео по Майнкрафту, по-моему, о чем я. Да. Гребаные самоубийцы, что им не имеется? Почему они каждый раз хотят умирать? Капец, у них кровать застроена, лол. А у меня нет кирки. У меня есть. Ой, здрасте. Так, я его скинула вроде. Да фак! Да я не смог там, видишь, сложно было. Да, да не кирку, блин, ресурсы. А ты все истратил. А ты выбрасывай на базе, зачем ты их берешь с собой? Ты потом все пойдешь мне. А так ты не выбросил. Я тебя попросил, типа, блин, ресурсы, и у меня ничего нет. Так, теперь нужно расширить. А, у них там тут дорога есть своя, но... Да блин, чё я упал так криво? Это все из-за черных полосок. Это все из-за черных полосок. Вот кто делает такие скины с черными полосками? Вот все из-за них. Вот эти черные полоски они уничтожают ваш скилл. Нужно иметь скин без черных полосок. Это черные полоски показывают, что вы нуб. Вот, что вы скачали скин, а не сделали сами. Хотя можно и сделать самого скачать и без черных полосок, но так что ну да хотя бы что-то ты скачал без черных полосок, типа профессионал по скачиванию. Хы. Так, о май гад, зачем мы вдвоем начали ломать, блин? Надо было сперва сказать, кто ломает, кто убивает. Зачем ты без ничего побежал? Там же кровать ломать нужно. Хотя там с одним блоком даже можно эту кровать ломать, не обязательно иметь кирку. Там один блок, и можно дико сломать кровать, хорошо. Давай, ты скидываешь? Набери. Ладно. Там даже если один блок есть, можно просто сзади там кровать не застроена, там просто прыгнуть, запаркурить таким. Все сломал. Найс. Окей, GG. Катка закончилась. А на этом мое видео подходит к концу. Если вам понравилось мое видео, то поставьте лайки и подпишитесь на канал. А да, подпишись на спонсора, ведь если бы его не было, то видео были бы скучнее. А монтировал и снимал для вас это видео Лирис. Желаю вам удачи и хорошего скилла. До следующих встреч. Пока.